Приветствую всех любителей вкусной еды! Сегодня я предлагаю вам очень простой и легкий рецепт с соленой скумбрией. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, берем скумбрию свежемороженную, даем немного оттаять, но не полностью, потрошим, обезглавливаем, зарезаем позвоночник, аккуратно вынимаем его, но оставляем брюхо целым, отрезаем хвост, вот, и кладем шкуркой вниз, вот так. Дальше нам понадобятся такие приправы, а именно соль, дальше мелко порубленный лавровый лист, чеснок и вот у меня такой перец. Можно мелко порубить, я порубила крупно. Кому как нравится. Можете использовать другие приправы для рыбы, если вы любите. Итак, первым делом нужно нам филе посолить. Кому как нравится тоже. Можете обильно, можете слегка. Кто как любит. Посолили. Нужно поперчить. Так. Тоже на свое усмотрение. Кто-то любит обильно, кто-то не очень. Это все дело вкуса. Так, далее. Кладем мелко порубленный лавровый лист. Дальше раскладываем чеснок. Тоже нужно много чеснока, если вы любите чеснок, конечно. Если вы не любите, то, наверное, блюдо не для вас. Можете больше положить. У меня будет вот так. Я еще посыплю немножко соли. Все-таки люблю, когда соленая рыба действительно соленая. Так, вот и все. Дальше нам нужно сложить филе вместе. Аккуратно это сделать. Вот так. Мы шкурку не убирали. Шкурка у нас целая. Дальше кладем пищевую пленку. Вот так вот. И заворачиваем. Вот в таком состоянии я кладу рыбу в морозилку. Вообще она будет готова через 3 часа. Но если вы ее подержите в морозильнике, то она будет еще вкуснее. Вот я не планирую кушать через 3 часа, поэтому я ставлю в морозильник. И сохраню до завтра. Завтра посмотрим, какая же у меня получилась рыба. Скумбрия у меня уже готова. Сейчас мы будем кушать. Таким образом, приготовленная скумбрия получается очень вкусная, пряная, ароматная. Советую приготовить. Очень удобный и легкий рецепт. Сегодня у нас ужин. Печеная картошка и скумбрия с луком. Кто любит простой ужин, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Будем вместе экспериментировать на кухне. Желаю всем приятного аппетита. До следующих встреч. Пока-пока.